Здравствуйте, друзья! Пасмурное ноябрьское утро в Санта-Крус. Время сейчас раннее, и поэтому вы видите прилив. Вот а так обычно сбоку была бы полоса песчаная такая, можно было пешочком пройти сюда, к пляжу, который вот там. Но сейчас прилив, это все залито водой. Нельзя сказать, что тут много серферов, но есть. Вот они как-то ушли подальше. Они есть. А мы вышли так, чтобы до того, как солнышко станет палить, вышли погулять. Тут вот серферы одни в воде, другие, значит, на берегу. Да, вот там вдали, друзья, такая красотища. Мы подойдем поближе, но вот я вам хочу отсюда показать. Очень-очень впечатляющие такие волны. Вы видите, как волна тут хорошая такая. Поднимается и обрушивается. Богато, богато выглядит. Ох, как там красиво-то наезжает, смотрите. Да. Что-то серферов тут немного желающих на такую волну. Мирно лежащая собачка. Мы пришли на другую точку. Может быть, здесь нам удастся получше снять, что происходит. Вот так будем снимать. Видите, люди так увлекаются съемкой, что даже за заборчик туда. Все в пене. Это при том, что и ветра-то особо нет, что интересно. День довольно безветренный сегодня. Так, смотрим вот сюда теперь, на эту. Немножко с другой, такой, в другой перспективе, но с другой точки. Чуть-чуть в стороне. День такой сегодня, ну, не кристально прозрачный воздух, так немножко есть туманчик. Вот такая вдохновляющая точка для съемки. Сейчас мы подойдем. Ой, мама. Сейчас бабах. Ну-ка. Нет, бабах был слабенький. Так, может быть, сейчас бабахнет. Ну-ка, давай. Давай.
Бабах! О! Хорошо. Грязная такая пена. Ну-ка давай. Бабах! О! Вот так мы видим целый кусочек берега. Вот оттуда мы пришли. Вот с этой части, с этой точки на берегу вы видите, тут дерево такое большое, красивое. Вот мы подойдем к водичке, по возможности, конечно. И отсюда поснимаем. Честно говоря, никогда в этом месте раньше я серферов не видел. Что-то такое видно тут сегодня с ветром, с волной, что они заинтересовались.